Всем привет! У нас появилась вот такая дверца. Сделал ее Михаил с канала Хутор Заморья. Вот она так закрывается. А раз появилась дверца, значит мы будем в печке уже и запекать. Первое блюдо у нас будет рагу в горшочках. Итак, поехали! Для приготовления рагу нам понадобится морковь, картофель, лучок, пару помидорок оставшиеся с сезона еще и кусок мяса. Нарезаем. Чуть не забыл, еще пойдут грибочки. Съездил специально в лес, пару штучек набрал. Итак, все нарезаем и в духовочку. Начинаем нарезать с грибов, так как их надо еще чуть-чуть замочить, чтобы они полежали немножко в воде, отмокли от грязи. Вот таких пару грибочков нашел, красивеньких. После того, как нарезали грибочки, режем все овощи. Не сильно мелко. Осталось нарезать мясо тоже такими порционными кусочками. Вот такие кусочки у нас получились. Так, промываем грибы и тоже добавляем сюда все. После того, как все нарезали, сложили в одну мисочку, надо посолить, добавить приправок, любых по вкусу, ну или каких есть. Для салата, хмели сунели. И немножко универсальный. И все это перемешать как-то. Так, после того, как это все перемешали, выкладываем все в горшочки. Вот так, руками. Аккуратненько. После чего добавляем каждый горшочек чуть-чуть водички. И по маленькому кусочку сливочного масла. Решетку. И ставим туда наши горшочки, не накрывая ничем. Пусто. Угли, горшочки сверху. Все стоит на решеточке. Закрываем наше чудо крышкой. И закрываем люфточку сверху. Оставляем все это дело на час. А там посмотрим. Прошел час времени. Надо доставать наши горшочки. Красота какая, запах.
Вот такая красота у нас получилась. Все, осталось только попробовать. Картошечка готова. Морковочка тоже. С запахом дымка. Очень вкусно. И мясо какое нежное. Пробуйте, готовьте. Всем пока. Собоечки на работу готовы.